Итак, здравствуйте. Хочу вам рассказать, как установить на планшет или на смартфон на базе Android навигатор Navitel. Так, для этого нам понадобится, конечно же, компьютер, интернет. Надо будет подключить смартфон или планшет к компьютеру. Ну и начнем. Сейчас покажу, как и откуда можно будет скачать программу Navitel. Кстати, она не требует ни регистрации, она является взломанной, но никакой опасности она при этом не представляет. Так, заходим на мой сайт Infovec. Заходим на раздел «Как обновить навигатор». Так, здесь, к примеру, расписано, что такое навигация, какие различия между разными типами версий Navitel. Так, вот эти две версии Navitel работают с официальными картами Navitel, существующими на сегодняшний день. Последнее обновление Navitel вышло ноябрь 2013 года. Вполне хорошие карты, поэтому рекомендую, если у вас система Android, установить 8.5 или 7.5. Ну, можно скачать 8.5. Скачивается все это с Яндекс.Диска. Вот, нажимаем скачать. Скачивайте этот файл. Закидывайте в основную память своего планшета или же телефона, смартфона. Устанавливайте этот APAC файл. После установки и запуска Navitel надо будет зайти на официальный сайт Navitel. Давайте это сделаем. Navitel. Ну, у меня автоматически выходит Navitel скачать. Нажмем Navitel скачать. Navitel. Зайдем сразу на страницу Navitel и в раздел скачать. Так, видим на сегодняшние самые свежие версии Navitel, которые у них существуют. Но нам нужны карты. Заходим в раздел «Карты» и видим то, что карта для Navitel 8.0 и выше. То есть как раз то, что мы скачиваем. Navitel 8.5 установили. А скачиваем всю Россию. Можем по областям выбрать то, что нам надо. Скачиваем, допустим, всю Россию скачиваем. И вот там тоже легко просто скачивается. После скачивания, я не буду скачивать, у меня это есть. После скачивания опять планшет или телефон надо будет подключить к компьютеру. В моем компьютере заходим на основную память планшета или телефона. И там Navitel по умолчанию создаст папку Navitel Content. В этой же папке Navitel Content будет папка Map, карты. Туда закидываем вот эту карту, всю Россию. Закидываем ее туда и все, отключаем от компьютера устройство и запускаем Navitel. Navitel сам автоматически проиндексирует карту, запустит, автоматически определит настройки GPS, и все, можно пользоваться с навигатором. Всем приятного пользования, спасибо за внимание.